Чемпион K1 в тяжелом весе. Да, этот может вести себя плохо. Он себе это может позволить, потому что делает. So how does he feel about all the commotion? Брэги, Глобби, Тоса, Райсепо, Бадр, Харри, не проходит. If that's with a belt or without a belt, I don't care, you know. And this is just a fight, and I have to win. Бойцовский, конечно, много проблем приносит всем тем, кто выходит навстречу ему. One thing's for sure, you won't want to miss his fights. I just want to keep my fans and the people who look fighting satisfied, and that's my goal and my main goal of fighting. And that's it, you know, I just want to share my talents with the world. And other things I don't care about. Разделить свой талант, Бадр Харри, со всем миром. The champion makes his return, but will it be triumphant? He doesn't seem to be feeling the pressure. Бадр работал а он просто хочет выиграть. Просто делает это. Только и всего. Domagoj Ostojic, Croatia. Domagoj Ostojic. Using his devastating low kicks, this Croatian hatchet man has racked up an incredible KO ratio of over 80%. Провел 47 боев K1. He's got the K1 fight he hoped for, and a first-rate opponent, all adding to his motivation. He's hoping to play the spoiler. Can he do it? I'll keep doing my best for giving you these fights and showing you the knockouts. And this is the new generation of the K-1, and there's more to come. Who? И показать, на что способно новое поколение K-1. Это Бадр Харри. 23 года этому бойцу. And now, Fields K-1 World Grand Prix 2008 in Hawaii. Super Fight number 3. Coming to the blue corner, Domagoj Ostojic. Coming to the blue corner. Domagoj Ostojic, Хорватия. Мы знаем одного хорвата, Мирка Кроков. K1 бился, затем ушел в Прайд и в другие виды единоборств, где нужно сильно бить, больно бросать и хрустко ломать. Вот там он великолепно работает, конечно же. И пока он не встречался с нашим Федором Емельяненко. То, что хорваты умеют биться, мы знаем. Знает это и Бадр Харри, марокканский боксер, муай-тай. Мелвин Манхоф заводит Бадра. Очень серьезный боец. Трижды проигрывал он. Один раз нокаутом Питеру Грэму. Второй раз Руслану Караеву. Ну и Раю Сефу. Реми Баньяски, прошу прощения. Реми Баньяски его переиграл по очкам. Очень заряжен Бадр Харри на битву. Ну и мало одной мотивации. Он еще и действительно талантлив. Это нужно признать. Ostojic сурово глядит
И, конечно, постарается наказать этого молодого до раннего Бадра Хари. Не спешит Бадр Хари выходить. Очень важный момент начала боя. Обратите внимание, как изменился взгляд Бадра Хари. Правило K1. Один удар на первой же секунде. Не понял Остожич, что произошло. По-моему, 5 или 6 секунд. Вот эта рука. Да. В ответ на попытку провести лоу-кик, Бадр Хари тут же выстрелил. Джеб. Левый джеб. Очень интересно. Ну, примерно так же, как и Сэм Шилд уронил. Да, Бадр-то тоже зашатался. Бадр Хари тоже пропустил удар. Серьезный удар. Ну, вот он оказался точнее.